Tornado Energy. Do damage. Привет, ребятки, продолжаем проходить DLC к Assassin's Creed Syndicate под названием Джек Потрошитель. Привет, Иви. Привет. Я уверен, она рада видеть вас, если вы прямо сейчас поздороваетесь, а еще тому лучше поставите лайк этому ролику, вот прямо сейчас, то она прям заулыбается. Но вы этого не видите, но те, кто поставил лайк, вот прямо сейчас должны были почувствовать ее улыбку. Вот. Ну вот, вот видите, она даже не улыбается, она смеется над нами. За что ты держишься, Иви? Молодец. В общем, отправляемся к заданию, оно тут рядом, 90 метров буквально. Пролететь. Над рекой. И мы двинем дальше. По идее, мы двинем к плавучим тюрьмам. Вроде как. Именно про них нам говорил сын. Сыночек, я его так буду называть просто. Даже не буду говорить, чей он сын. Вы прекрасно знаете, чей он сын. Так, привет. Кредо монстра заключенный. Рекомендуемый уровень 10. Так, ну... Иви выяснила, что Джек перевозит заложников по реке в плавучую тюрьму. Это старый корабль, который находится в заброшенном гарнизоне возле глубоководного порта Депфорда. Пора покончить с этим. Ну давай. Давай покончим. Я, кстати, ни одежды не меняю, ничего вообще не меняю. Ну, потому что она и так норм выглядит, что ей менять. И справляемся мы с оружием тоже нормально так. То есть с тем оружием, которое у нас и есть. Так, мы на месте. По идее, как, да? На этих старых кораблях размещали преступников до отправки в колонии. Значит, это здесь Джек держит свою добычу. Да? Посмотрим, не навестит ли Джек ценных пленников. По идее, здесь. Слушайте, нам опять же нужно только напугать врагов из дополнительных заданий, да? Получается, что так и есть. Блин, так эпичненько. Камера поднимается, ты глянь. Виды. Какие виды? Assassin's Creed всегда ими славился. Они действительно очень крутые. Ну, вот и маршрутик специально для нас. Оп, оп. Чтобы Иви не плавала. Ага. Напугайте врагов на плавучих тюрьмах. Это вот мне их напугать или там внутри? Сигнальный колокол в этой области. Да, я знаю. Ты чё, охренел? Ты смотри, какой дерзкий. Да ты бесишь, слышишь, с ножом своим. Сдохни вообще. Ни хрена себе, надо подлечиться. Да даже дважды подлечиться. Несмотря на то, что нам попались те еще крикуны, петушки, они не сумели. Не сумели привлечь внимание своих товарищей к этому месту, поэтому можем спокойно вывести этот колокол из строя и пойти попробовать напугать вот этих ребят. Здесь, кстати, тоже. А, нет, здесь не колокол. Я думал, это колокол, но нет. Давайте, ребят, бойтесь, бойтесь. Бойтесь. Сначала бойтесь, а потом умирайте нахрен. Да, это их мне следовало напугать. Хорошо, можно. Точнее, не можно, а нужно найти еще двоих. Сдохнем. Еще двоих. И дополнительное задание будет выполнено. По-моему, мы сейчас просрали это дополнительное задание, ребята, потому что я что-то никого не вижу больше из охраны. А, можно было спокойно вот отсюда забраться наверх. А, вон там вот есть еще корабли. Не, по-любому. По-любому нам дадут еще шанс. По-любому. Давай открывай. Этот сундук рядом.
Так. Серьезно? Больше никого нет? Да, слушайте. Походу никого. Джейкоб, это ты? Помогите. Мисс, скажите, почему я здесь? Никто мне не говорит. Они что, накачаны чем-то? Это Джек! Джек-потрошитель! Клянусь, это он нас похитил! Разумный мужик. Разумный. Он пытает нас и морит голодом, пока не напишем родным, чтобы слушались его, а иначе убьет нас. Вон в чем его план. Он здесь? Сколько вы не видели потрошителя? Несколько недель, но он вернется. И притащит новых бедолаг, которые будут плясать под дудку на террагине. Окей, хорошо. Найдите заключенных на втором судне. Может быть, Джек там? Джейкоб, точнее, Джек, не Джек. Держит их как животных. Они все умрут от холеры, если надзиратель не повесит их до того. А нам не надо было освободить их, не? Что-то мы просто взяли и ушли. Хотя они сейчас не особо дружат с головой. Но я думаю, добраться до дома будут в состоянии. Как минимум, позаботиться о себе. Я вижу... А, вот они. Вот они, наши жертвы. Все, их пугать-то мы и будем. Сигнальный колокол в этой области. Вижу я его, даже вижу. А теперь, ребята, вы будете умирать. Все, 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 все. Все отдыхайте. Все молодцы. Все, дополнительное задание выполнено. Мы убили, точнее, как убили. Напугали всех, кого надо. Надо пойти добить. Привет, братан. Шесть. Ребята, куда вы убегаете? А поиграть? Давай, 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 давай. Убегай. Ты заколебал бежать. Все. Просто помри и все. Так, привет. Прошу, не бросайте нас. Главный надзиратель издевается над нами. Угу. Нужно пробраться в главную тюрьму и найти надзирателя, пока он не повесил кого-нибудь Джеку на потеху. Угу. Так, нужно добраться до точки обзора. А, 120 метров. Точка обзора. Отсюда спуститься вниз в вариант? Вариант еще какой. Надо было только пометить всех. Нашел. Ну вот и все. Долго радовался, что нашел меня. Прям улыбка была. Не стереть. Там внизу кто-то идет. Открывай этот сундук. И посмотрим. Давай, дружище. Давай. Можно, знаешь, что сделать? Можно сделать вот так. Ну, чтобы особо не париться с драками там и так далее. Так, хорошо, тебя я тоже хочу обыскать. Возможно, будет ножик у тебя. Нет, не будет. Бомбы ужаса. В них полным-полно бомбы ужаса. Откуда и нахрена им они? Если они ими не пользуются. Зачем они здесь? Не понимаю. Так, привет, подруга. Долго ухмылялась. По крайней мере, у нее есть. У нее было, точнее. Был метательный нож. Здесь полным-полно врагов. Просто на каждом шагу, если что так. Так, давай вот здесь вот заберемся. Давай, опа. А, хорошо, молодец. Отлично. Точка обзора. Или, как я уже высказался, точка анзора. Мы до нее дошли. И давай. Что ты видишь, Иви? Рабы. Что это за свист было? Надзирателю необходим покой. Надзирателю.
Да, главный охранник, возможность проникновения имеется, хорошо. Не падайте духом, господа. Вместе мы выберемся отсюда. Все без толку. Заключенный. Возможность помощи. Нужно точно рассчитать вес, мягко толкнуть, а дальше сама пойдет. Так шея может растянуться сантиметров на 6-7. Еще до смерти. Офигеть, они там выдумывают. Так, ну, нам важна возможность уникального убийства, как обычно, но я бы хотел еще и людей освободить. Хорошо. 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 Людей освобождать там или там ключник, главный охранник? Чего они там стоят? Объясните мне, сдохните. А, блин. А, нет, двое умерло, все хорошо. Все как надо. Давайте устроим переполох. Я хотел здоровяка отравить, но получилось задеть только этого парня. Давай, дружище, я в тебя... Ох, нихера, он здоровяка просто в три удара размотал. Молодец, давай, я в тебя не ошибся. Вообще ни разу не ошибся. Ты глянь, посмотри. Ну и побежал к следующему, да? Да-да-да-да, давай еще этого успеешь. Три удара, нет человека, все. Ты еще кого-то пошел разматывать, что ли? Сейчас умрет просто он. Давай-давай-давай-давай. Сейчас умрет, да? Нет. Он размотал четверых. Четверых. Это пипец. Четверых перед смертью убил. То есть мы одним выстрелом дротика уничтожили 5 человек. Ну, очевидно, мне туда нахрен не надо. Но можно развлечься. Нет, я не достаю. Все, ладно, тогда мне действительно туда не надо. Вот эта сучечка может меня запалить. Поэтому мы ее убьем. Как бы нам отсюда-то, а? Отмечайтесь, все отмечайтесь. Чтобы у меня не было сюрпризов. Никаких сюрпризов. О, привет. Тебя точно надо убивать. Чё ты бесишь меня? Чем тебе не умереть просто, а? Сколько я на тебя метательных ножей потратил? Ужас какой-то. Должен был просто сдохнуть и все. Так, хорошо. Украдите ключ главного охранника. Мне можно будет его убить. Панику развела. Главный охранник сможет с ума сойти? Да. Сейчас главный охранник будет их разматывать всех. А потом он сам сдохнет. И мы аккуратненько заберем у него ключ. Так. Ну, слышь, давай. По два удара каждому. Чё ты по одному-то бьешь? Ну, пипец. Главный охранник смог убить только двоих. Тише там будь. Я вижу того, кто меня может спалить. Привет. И до свидания. Спокойной ночи, я бы сказал. Так, а где там сундучок был? Ладно, неважно. Где-то тут он внутри. Я думал, здесь зайти можно. Нифига себе, меня проглючило. Забираем. Набираем, забираем, забираем. Значит, ключ у нас... Опа, появляется. Хорошо. Есть возможность проникнуть на склад. Ага, через закрытую дверь. Она у нас теперь аккурат так отмечена. Ладно, красота. Вот сундук здесь, не внутри дома, да? Он тут. Хорошо, забираю его тоже. Не знаю зачем, а почему нет? Красиво жить не запретишь, как и воровать сундуки. Обкрадывать их. Давай. А, держать надо, точно. Извиняюсь. Подзапамятовал.
Среди столького добра ты достала бордовый цвет. Ты достала краски себе, да? Молодец. Я горжусь тобой, Иви. Так, вообще. Ой-ой-ой, привет. Как-то я тебя не заметил сразу. Так, теперь мне нужно этих освободить, ребят. Освободить обязательно. Угу. Метательный ножик. Так, хорошо, смотрим. Значит, я вижу здесь только... Что, серьезно? Больше никого? Давай-ка. Угорай над ними. И уничтожай их. Активируйте ворот обязательно. Обязательно я все сделаю. Сейчас подождите только. Сундучок еще вижу. Ага. Вот ты тоже должен развлечь сейчас, ребят. Оп. Ты. И, к примеру, ты. Давай, 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 давай. Месяц, смотри, устраиваем. Ну, еще ты удар. Еще ты удар должен. Да не того ты бьешь, слышишь? Ай, смотри, двое отравленных начали друг друга месить. Вот придурки. Ладно, они все равно со своим делом справились. Да? Да. Не-не-не-не-не-не. Ладно, ты сдохнешь. Тоже хорошо. Умри, 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 умри. Фак. Тоже умри. Два ножа потратил на это, ну ладно. Так, хорошо. Можно вас освобождать. Привет. Миледи, прошу, освободите нас. Взрыв откроет дверь, и мы будем сдерживать этих мерзавцев сколько сможем. А чё так тихо говоришь? Не, я понял. Я понял, что сделать. Я, в принципе, сделаю все сейчас. Не достаю. Хорош. Озираться. Он мог мне испортить все. Метательный нож. Так, давайте обыщем их всех, потому что я нехило так потратился. Как бы все восполнить. С многих падает не то, что нужно. Точка подхода. Точка подхода. Не-не-не-не-не-не-не-не. Я не собирался зайти туда. Стоямба, не собирался я заходить туда, подожди. И у меня есть уже точка подхода одна. Фак, ее не показывают. Так, короче говоря, уничтожьте тюремные двери. Я тоже, опять же, представляю, как это сделать. Вот он, да, допустим, динамитик. Давай-ка отнесем его. Держите L2, используйте R, чтобы прицелиться, затем нажмите R2, чтобы бросить его. А зачем мне бросать? Мне можно просто положить сюда, правильно? Вот так вот. Опа. Поджечь. Так, ребята, отойдите от двери. Отойдите от двери. Вот, и давайте устраивайте абзац к абзац. Бэм! Все, отлично. Активируйте ворот. Вот теперь мне нужно сделать именно это. Вы там не подохнете, я надеюсь. Ага, здесь наверх вообще никак. Ладно. Хорошо. Давай смотреть. Можно отсюда зайти, но я... Я же взял ключ, поэтому пойдем с безопасной стороны. Я полагаю, что она безопасна, потому что не зря же ключ для нее лежит тут. Ничего себе, здесь можно залезть, что ли? Нет, здесь нельзя, к сожалению. Отсюда, похоже, можно уйти, да. И не зря здесь располагается сток с сеном. Так, точка обзора. Ой, точка обзора, точка доступа вот тут. Который нам можно использовать ключик. Как-то очень сладенько идем. Тьфу-тьфу-тьфу. Вообще, дико сладенько идем. Так, ты мог бы стать для меня сюрпризом диким.
Диким сюрпризом. Давай-ка, нагнись. Хорошо. Главное, что попали. Это достойная работа, ясно? Важная работа. Нижних не будем убивать. И я в этом деле, док. Так, все, не отвлекаемся. Пусть поболтается так минут 20. На вытянутой шее. Здесь никто мне сюрприз не устроит? Нет, все. Давай. Последний. Жирный, ворчливый ублюдок. Давай. Иди посмотри, в чем ворот дело, активировали. Да, спрячься, пока помощник чинит рычаг. Хорошо. Помощник сюда придет, мы, по идее, сможем его убить, да? Главное не выдать себя. Мы спрятались. Так. Ну, проблема в новом вороте, сэр. Так почини, болван. Почини давай. Главное, чтобы он... Весь фокус в падении. Упал слишком быстро, сломал шею. И все, труп. Смотри. Хорошо, да, я опять смогу это сделать. Привет, дружище. Этот придурок показывал помощнику, походу, как что-то там от него... Как это, эту штуку использовать? Блин, попался в ловушку. У нас тут чистюля. Думаешь, спасешь пару висельников и изменишь то, что мы делаем? Взял, плюнул, засранец. А ты как думал? Это твой братик замыслил. Это его мечта. Я в это не верю. Он научил мистера Джека, как мы можем очистить этот гнилой город. Но ты не поймешь, что это на пользу. Кишка танка. Где Джек? Говори, где он. Что вы? Короче, в душе он смеялся перед смертью. Гори в аду вместе со своей пользой. Так точно. Слушайте, с первого раза. Идеально вообще. Теперь главное свалить. На потрошителя. Но следов Джека тут нет. Джейкоб, знаю, ты не хотел создать монстра. Но уничтожить его должны мы. От этого зависит наследие братства. Надо сообщить Эберлайну о том, что я нашла. А мы не должны были помощника еще убить? Хорошо, 84 метра. Ай, слепит как, ай-яй-яй. Давай. Ящик я не буду трогать. Погнали. Погнали, ты можешь снять капюшончик. Тебе так удобно, да? Вот так вот, с крыши на крышу. Все как привычно. Слушайте, ни разу себе не дали запалиться, да? Бляха-муха. Давай. Здесь должен быть прыжок, помните? Во. Отлично. Я не знаю, с чего вы должны были помнить эту телегу. Я не о ней говорил. И мы видели не ее. Так, хорошо. Главное, что все сделано. О, по телеграфу можно с инспектором Эберлайном созвониться. Мне нужен инспектор Эберлайн. Дело срочное. И где же он? Снова потрошитель? Где? Ладно. Спасибо вам. Стоп! Надо предупредить местных. Отправьте всех, кого можно, в старую тюрьму Халк. Слышать бы еще ответы для Иви, которые были произнесены только для ее, видать, слуха. Только для ее уха, точнее, прошу прощения. Так, ну, она нашла ключи и... кинула их шлюхи, двум каким-то убитым мужичкам. Будем надеяться, что они освободят не только себя, но и всех остальных. И самое главное, что она сама уплыла оттуда, причем там полно бандитов еще. Мы бойцов освободили. В общем, я думаю, разберутся, короче говоря. Мы выполнили также испытание. Огнестрельное оружие, темплиерский пистолет. Слушайте, мне понравилось это воспоминание. Прям очень, очень крутое.
и в меру сложное, но при этом довольно-таки простое, чтобы даже я с первого раза его прошел. На пятерочку я его оценю. Ох! Мы будем играть за Джека. Не люблю я эти эпизоды за Джека, это просто жесть какая-то. Ну вот нахрена мне играть за него, не люблю я его, нафиг надо. Блин, я прям в кайфе от того, что у меня получилось. Видите, вот сейчас я выспавшийся. Его сестра-истеричка думает, что сможет поймать потрошителя, да? Да. Короче говоря, за Джека мы поиграем уже в следующей серии, как вы поняли. Спасибо вам большое за просмотр, лайк от вас жду, если вам понравился ролик. Ну и увидимся в новом. Всем пока, ребят, удачи. Привет! Специально для тебя, досмотревшего это видео, хочу посоветовать свой второй помидорный проект – BZR Info. Наша команда усердно работает для того, чтобы ты был в курсе игровых новостей. Что там в инди-сфере? Как дела на ММО-аренах? Что нового на мобильных устройствах? Ну и что там происходит-то вообще в игровой индустрии? Все это на BZR Info. А также ежедневные стримы с разнообразными интересными стримерами, в число которых можешь попасть и ты. Ребята стараются, и я уверен, ты зайдешь и оценишь их труд. Спасибо тебе. Дальше круче.